Всем здорова, вы на канале Уши Мэгги. Сегодня поиграем в игру под названием Vaporum. И погнали. Так, сложность нормальная, ретро режимы, элитный выкол, тип движения классический, какие еще есть, непрерывный есть. Классическое пошаговое движение, более плавное движение. Да ладно, все, погнали, доступ движения. Начать. Salty stench of sea and chilling gale at my back awakened me from a disturbed dream. Dream filled with familiar voices and fear for my life. The bitter sense of betrayal stemming from the dream was interrupted by a sudden sound. In the distance, a monumental metallic monster as it rolled to the rocks loomed over the sky. Despite the fear this colossus exuded, I was attracted to it somehow. With nothing to lose, I went after the light. Ух, ух! Thorough examination brought nothing. Ни к чему не привел. No mechanism to open the door, and no way to get inside. I resigned and sat down to plunge into my thoughts. Then I realized I had no memory of anything before I found myself on the rock. Ну а как? Ну если бухать столько, конечно. But I felt a strong connection to the giant in front of me. And at that exact moment, the sound echoed through the air. Invading my body as торгался в мое тело, словно идентифицируя меня. Я собрал волю в кулак и вошел. Сжал, так сказать, все, что есть, и быть бульк. Собственно говоря, начинается игра. Лямба-лямба. Оп, все закрыто, да? Надо это... Чтобы передвигаться по сетке, используйте в сад, чтобы повернуть... Что? Чтобы повернуть, используйте QE, чтобы посмотреть свою... Двигайте мышкой, если... Ага. Видите, мышь на интернете. I'm inside now, but слушай, I'm not я внутри, sure that's но не уверен, thing. Что это к лучшему. Что это к лучшему? Подожди, я на. А, не могу. А, смотри, как можно делать, да? Так, и че? Впасть в монстра? Или впасть в монстра. Что надо сделать? Да, слушай, пошаговая такая тема. Все уже, да, типа? Управление. Как управление? А, ну это просто передвигаем. Бочка могу двигать? Не могу. Тут тоже не могу ничего сделать, окей. Так, тут что у меня? Дверка, тут ничего нажимать нельзя. Так. Ну да, вообще так интересненько. Не. Нет, то, судя по вообще трейлерам и по тому, что я видел, как бы, да? Вот тебя можно, да? Ага, дверь заработает, типа, да? Да ё-моё, вернись. А, вот так я могу вообще. Непривычно, на самом деле, управление для современных игр. Работающий костюм. За эту черту выходи только в работающий костюм. Работа без костюма, вы подыграете под защиту людей свою собственную. Так, а где костюм? Сохранение игры. Не забывайте сохранять игру, нажимая F5, чтобы загрузить последнее F9. Окей, хорошо. А, тут просто сохранение. Тут без... О, подожди, стоп. Я могу взять молоток? Не могу. Тут, то есть, без... То есть, короче, когда захотел, типа, да, сохрани нож. По-моему, чего-то не хватает. Чего не хватает? Что там? Работающий... А, понял. Так, работающий костюм. Ты... Это я что сделал? А, вот. Что-то не хватает опять? Теперь вы можете взять из контейнера и надеть они из трех костюмов. Каждый защитительно... Каждый из них в чем-то защитит лучше остальных. Не забывайте выбрать другой костюм. Вы не сможете. Окей.
Так, что за костюм, покажи. Тяжелый костюм дает постоянный бонус. То есть у вас есть шанс тратить атаку на подачу, не получив урон. Этот шанс удваивается, если уровень цельности ниже порогового. Что? Я ничего не понял. Ну ладно. Стойкость 30, шанс отражения, критической цепь. Выходить на... Ну подожди, да, я почитать так понял, там какие есть. Боевой костюм. Бой плюс 30, 50 урона, каждый третий успешной атаки. Угу. Так, и что там еще было? Три он сказал, да, костюм? Штурмовой костюм, сопротивление, потребление фумия, мощность ремонта, общий урон за каждый цельность. Так, подожди, а здесь что? Магический. А, то есть я могу быть... Короче, я могу быть штурмовиком, магом. Так, штурмовик, маг, кто там еще? Боевой, и ты... А, да иди на... И ты тяжелый. Ну давай я боевой выйду, да иди на... Так, я да, давай. Боевой взял костюм, не знаю, ну, может быть надо было магический брать, или этот, штурмовик, штурмовик, повелитель, штурмовик, никто не feels... Знакомое ощущение, не знаю почему, но мне кажется, что это часть меня, интересно, да, откроется теперь. Нажмите I, чтобы открыть интерфейс костюма. Ё-моё, смотри, как тут все классненько. Тут уже начинается такой Диабло, да? Здесь вы можете хранить предметы, вы можете забирать их отсюда, чтобы разместить их в слот для оружия, броня, даже брать. Ну, это понятно, да, все, окей, я понял. Убрал. Так, никто не смотрел Робоципа, там было про Звездных войн, про Звездные войны выпуск, и там было Повелитель штурмовик, Повелитель штурмовик. Было смешно. Но это было когда? Так, ладно, мы можем, короче, зайти, да? У-ля-ля. Да. Дверка открылась, мы заходим, проходим и радуемся жизни. Да? Так, тут что? Тут ничего. Какая-то дверь, которая закрыта. Слушай, а, так я мог, может быть, мог подобрать что-нибудь из этого? А, подожди. Там же был молоток. Да, вернись, да, ё-моё. Да, движение это такое, конечно. Вот инструменты я не могу взять, да? Так, ладно, подожди. Надо осмотреть, надо все осматривать. Вот тут это что такое? Подожди, а вот здесь что? Вот, а вот здесь что? А-а-а. Не заметь, я же говорю, надо все осматривать, прям все. Мне нужно дать сейчас какую-нибудь оружку какую-нибудь. Взять все, это что? Оружие. С помощью оружия вы можете наносить урон врагам или разрушаемым объектам. У вас может быть до двух комплектов оружия. Выбрать не нужно, This will come in handy, and there's writing on it. Вот мне пригодится. А тут гравировка с днём рождения Гордон. Кто такой Гордон? Who's Gordon? Доброе утро, Кинли. Вот что поможет тебе открыть твои ящики. Вечером все уже должно быть готово. Только давай без глупостей. Так, а что, левый кнопка. А подождите, а тут можно сделать... Ну ладно. Нет, подожди, а сделай, ты можешь вот, короче, вот так сделать и... Нет, подожди. Может быть, а как? Не получится так открыть ящики, да? А, бочки разбить, подожди. О, бочки можем разбить. Так, что там? Не, возьми. А почему я не могу взять это говно? А, могу. Это что у нас? Это боеприпасы какие-то, окей, так. А, слушай, может нужно просто подольше пихать, типа, нет? Блин. Ну а как так-то получается, что не получается? Так, слушай, помнишь, у нас там были бочки, где в самом начале? Пойдем-ка туда, разобьем их. Да ё-моё, мне кажется, там будет какой-нибудь, ну, что-нибудь прикольное лежать. Хотя я не уверен, да не, я уверен, там будет классненько. Там будет классненько, вот они, да. О, найден секретик. Видите, как все классненько мы с вами делаем. Ремкомплект и одна еще какая-то записочка. Красный индикатор символизирует ценность вашего костюма, который защищает вас от агрессивной среды и вражеской атаки. Если уровень костюма упадет до нуля, вы умрете. Я понял. Буковка R можно сразу ремкомплектом чпоку-чпоку делать. Так. Порно-журнал Адам Крей. Я думал, что этот укромный уголок — идеальное место для хранения моих грязных журнальчиков. Красотка Нэнси круче всех, знаешь ли. Но какой-то урод их украл. Надеюсь, он знает, что они мои. Так, окей. Значит, мы взяли ремкомплект, секретик какой-то тут набыбыли. Что ты несешь? Так, все, окей. И теперь мы можем отправляться вот сюда, правильно я понимаю, разбивать бочки. Так. Ваш костюм освещен карт, которая обновляется автоматически по ходу игры, если вы заблудите какую-то карту, нажав тап. Ага. Нажать тап, если что. Сейчас, скорее всего, я
Тихо. Это ты кто? Тебе надо бить? Не, а что так без предупреждений и всего остального? Наступит новый враг, дрон-сварщик. Он что-то там сказал, но я не расслышал. Подожди, сколько восстанавливает ремкомплект? Ремкомплект восстановление цельности в 5 секунд, перезарядка. В смысле, а он просто по времени... Подожди, он типа может полностью вообще восстановить, да? Хорошо. Так, ну что, налево или направо? Как мы? I need a key. Ржавый ключ. Понял, у нас один путь. Оп. Один путь, это великолепно, когда один путь. Внимание, соблюдайте за работу рядом с шахтными колодцами, окей. И такая дырка сразу, да? А, я знаю, что надо сделать. Ой, извиняюсь. Да ё-моё, да, ой, да, вот так надо сделать. Ой. И ещё разочек. Шикарно. Теперь сюда. Оп. Там что-то еще нужно было посмотреть, или там был тупик, да? У меня что-то как-то невнимательно, да? Прошелся. О, есть что? Я так и не понял, как открывать эти темы. О, боты и станция в опору. Мой Маркус получил от бюро предложение. Можно прослушать. A phono diary. Maybe with these I'll learn more about this place. My Marcus was chosen by the Bureau to lead the Oxford Forum, which is under construction out there on the high seas right now. We decided to accept the offer to live there and lead the research. It's a test our marriage must undergo. I stood by my loving husband through his years in the military, and I'm ready to support him now. It won't be easy. I'll be in charge of a fair amount of research and talent, but my family means everything to me. Thanks to this commission, the Bureau will provide us with everything for a happy life somewhere on an island of our own. One day. Когда-нибудь, да. Я тоже, да. Когда-нибудь, может быть. Не. Собственно, все, да? Больше тут ничего. А секретики? Мне понравилось то, что секретики. Это прикольно. Подожди, я не хочу в эту дверь пока входить, потому что я хочу зайти вот сюда. А тут типа пусто или что? Или не? А, тут пусто. Подожди. Тут пусто, смотри. Ну, в смысле, не то, что пусто. Короче, некуда пройти, да? Так, хорошо. Необычно то, что здесь... О, смотри. Так, стрелковое оружие. Мощное позволяет открывать безопасного расстояния. Однако для него нужны боеприпасы. Ну понятно, да. Now we're talking. Другой разговор. Ну давай, да, на правую кнопку будем switch to set. Если у вас оружие в оберегу, то считается, что вы используете его одновременно. При этом защитительно снижает значимую точность. В смысле одновременно. What the fuck? Ну да, пока давай так. Ну, хотя следую логике, если мне дали, короче, патроны, то... точнее, оружие и патроны. Сейчас нужно будет стрелять, скорее всего. Ого, угадай, что я нашел в ящиках, которые прибыли вчера. Оружие, тонну пушек. Не удержался и взял для себя, на всякий случай. Кто знает, что там нас ждет. Возможно, скоро все накроется. По слухам, в лабораториях что-то пошло наперекосяк. Одному богу известно, с чем они там интересны. Но нахрена им пушки, да еще и столько. Бен кинли счетчик. Нахрена им пушки, да еще и столько. Так, я что, все, да? Ой. Так. Тут ничего взять нельзя, получается, да? Секретики. Почти секретики. Ржавый ключ. Шикарно. Новая рабочая. Мне прислали нового парня, Бена Кинли. Не знаю почему, но он рвется на самую тяжелую работу. Не понимаю, что может быть приятного в том, чтобы целый день таскать ящики. Но он хороший малый, может он хочет понравиться начальству и получить теплое место на заправке. Ха! Вот только начальники к нам никогда не заходят на эту помойку. Всем плевать. Главный счетчик. Главный счетчик. Всегда... А, ржавый ключ, ну да, у нас больше нет. Подожди. Ой, ёпти.
10 фуми. Что такое 10 фуми, я не знаю. Так, это мы читали. Подожди. По идее, это должен быть какой-то секретик вот здесь вот, нет? Или я... Может быть, что-нибудь нам можно будет ткнуть? Ткнуть куда-нибудь пальцем? А? Нет, вроде никуда ткнуть, пока пальцем не получается, да? Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Это нормально. Это все нормально. Да, я что-то немножко приболел вроде как, но это тоже нормально. Это нормально. При питерской погоде это прям, ну ты понял, да? Так, у нас есть ржавый ключ, мы его... И... Подожди, ну блин, ну секретик-то... I need a key. В смысле, у меня же есть... I need a key. А как сделать? А, вот так вот, все, понял. This might hurt. В смысле, нет, не будет. А сесть нельзя здесь, да? Садиться. А? Тупанул, и не один раз. Да. Да ё-моё. О, смотри-ка, два ремкомплекта у меня. Шикарно. Опа-па. Иди-ка ты на. Кто это? Нормально. А, короче, с роботов ничего не падает, да? Тут нету крафтинга какого-то, да? Это прекрасно, это прекрасно. В современных играх крафтинг уже всех заколебал. Так, хорошо. Нам нужно, значит, туда что-то поставить или что-то бросить. Взять все. Ну, например, кирпич. Сбрасывание предмета. Чтобы бросить предмет, выберите предмет в инвентаре, нажав LKM. Переместить курсор на высоту, где вы хотите сбросить предмет. Да, окей. И у нас еще одна новая записочка. Слушаем. I've been waiting for this moment my whole life. Я учился в Верховном бюро. Это престижно, теперь я смогу заняться своей карьерой. Наконец-то! Я один из чиновников главного архитектора бюро. И поэтому могу гордиться тем, что мне сопровождается на станции Вапорум. Это башня доказательство нашего технического прогресса. Как только мы разгадаем тайну, субстанция за дня моря чудесного фуми, станция совершит прорыв науки. И тогда мы покажем всему миру, на что он способен. У нас такие большие надежды. Вам не кажется, что... Да, подожди, ну... Вам не кажется, что... Вам не кажется, что... почему-то... Ну, меня почему-то озвучивает этот Джим Керри. Ну, очень похоже, по-моему, нет. Может быть и нет. Так. А мы можем двигать, скорее всего, да? Ой, смотри, там кто? Паучара? Подожди, паучара, надо это... А, и все, да? А я забыл посмотреть, сколько он там установил-то, сотку или сколько? Так, выбрать комплект 2. Доступен новый враг, паучок. Паучок тебе. А подожди, а как менять по-быстрому этот, да? Не, вот нельзя? А, Z, я забыл, да. Мне же, по-моему, кто-то говорил. Так, эти, короче, металлические нельзя. Давай попробуем его фомкой зафигачить, в принципе. Но он не такой, чтобы сложный, да? А-а-а, дергаешься? Вот и дергайся. Там их двое вообще, смотри. Двое — это нехорошо. Назад. Так, я там какую-то фуми мог пособирать, да? То есть, а, ну я могу его туда потом, эту штуку.
да? Так, тут больше... А, могу, да. Секретик, мой секретик, я люблю. Ой, смотри, как классненько. Мы смотри, мы уже рукавицы. Рукавицы Ранкральфа. Скрещение перезарядки лома Ранкральфа. Скрещение перезарядки лома. И цельный... Ну, все нормально вообще. Мы вообще по красоте. Сегодня мне надо с ненадолго вырваться. Пошел за новым грузом с корабля. Похоже, поставки с каждым месяцем уменьшаются. В общем, смена была долгая и тяжелая. Но это ничего. Зато я смог подышать морским воздухом. А знаешь, что лучше всего? То, что здесь меня не видит офис. Это все Бен Кинли. Но мы отодвинули, и мы получили, собственно говоря, секретик тут, да? Ну, в принципе, секретик нормас. В принципе, нормас. Нормас раз-раз, да. Так, значит, мы... кнопка там, нужна эту штуку. Все, понял. Все проще простого. Так, больше ничего нельзя. Так, нет. Подожди, все, ну такая там больше ничего и не было. С другой стороны, или было? Не, ну вроде один там, это секретик. Секретик. Опа, это что такое было? Я понял, надо идти за кирпичом. Так, ну пока все так достаточно нормально. Пошагово, надо было, видишь, в игре сделать не пошагово, но откуда, кто знал? А как это сделать, подожди. Ага. То есть так, короче, не получится это сделать. Я понял. Ну все, тогда здесь встаем. Оставляем. Надо просто подожди. Надо тогда подумать. Ты умеешь думать? Я нет. Значит, здесь что-то должно валяться где-то. Что-то я упускаю. Подожди. Мы плиту никакую не можем подвинуть туда. Подожди, а что я могу еще туда уронить? Щит могу. Зачем ты это сделал? Ну ладно. Щит вот сюда. Нет, он не тяжелый, типа, да? Патроны. Подожди, может надо просто стоять долго? Эта штука, короче, вырубает, типа... Все. Да, я что-то тупанул. Я думал, она наоборот, когда ты стоишь... Выйдите. Блок сработал, смотри, как классно. Черт, не успел. Отлично. Что дал? Отлично. Так, надо не забывать, что на R у меня ремонт комплекта, которые они, короче, дорогие на самом деле. Так, сюда что? Сюда? Серебряный ключ. Окей, хорошо. Ой, ёптель, это кто нах? Я аж прям... В любом момент вы можете нажать капслок, чтобы включить остановки времени, в котором игра автоматически становится, если вы... Вы ничего не принимаете. В этом режиме у вас есть сколько угодно времени, одну и половину следующую. Кроме того, вы можете нажать левый shift, чтобы отпустить время. Понял. Да. Стоп. А чё, а зачем? Не надо. Яд, типа?
Таракашка, ничего себе таракашка. Таракашка-то, короче, нормальный такой таракашка. Но мне еще, видишь, сзади этот подкрался. Вообще было неожиданно, на самом деле. Цель, страдающая от глубоких ран, получает небольшой урон в течение короткого промежутка времени. Но при увеличении урона, соответственно, увеличивается. Механические враги не могут получить кровотечение. Понял. Так, что у нас там? Р-то я могу нажать? А, он еще не готов. Мерзкие твари, но в натуре. Поддерживаю. Ну, откуда он-то просто прибежал, этот паучок? Ну ладно, это уже не важно. Тут что у нас? Арсенал на первом этаже. В смысле? О. Так, давай почитаем. Подожди, сейчас на вас, а это выбранные. Экипировка новичка. Магическая броня для тела, цельность 40, восполнение энергии плюс техника плюс 2. На мне бой, да, потому что я боец. Твердая броня, цельность 60, стойкость плюс 2. Ну да, все правильно. Я же за бойца играю, поэтому... винтовка лейтенанта, урон 30. Ой, ну-ка, ну-ка. А, подожди, смотри, ржавый кинжал. Тихо. Ломик 6, ржавый кинжал. Урона органическим врагам. Время атаки 0,2 секунды. 1, перезарядка 1 секунда. Давай-ка его вот так сделаем. Ломик пока в стороне, да? А это у нас 38. Раз у 2 припаса. Но пока так походим. Пока меня так, в принципе, все устраивает. Так, хорошо. Это, в принципе, было нормально. Серебряный ключ и записочка. Биение. Белкин мне опять пишет нам. С тех пор, как я работаю здесь, на уровне моря, я слышу этот постоянный странный звук. Он доносится откуда-то снизу. Он похож на биение огромного сердца. Может, это работает горнодобывающее оборудование в море? В фумиевой сердцевине. Может быть, но, скорее всего, это не так. Это какой-нибудь огромный скотина-осьминог. Или что-то типа того. Наверное, не знаю. I need a key. А, я забыл тут. Если у тебя есть ключ, надо его все равно вот так пихать из инвентаря в... Ну ты понял, да? Так, короче. Так, стопэ. Нормас. Не будет никаких секретов. Тихо. Закрылся. А! Зажали сюсюлькины. Бежим. Да блин. Ёптель, это кто? Я не могу выйти? Я не могу выйти? Опа, ничего себе. Да ты гонишь, что ли? Блин, подпрыгнуть нельзя, да? Ай. А насколько он? А, он вокруг себя. Ветки, да? Да блин, тут я застрял. Да блин! Жесть. Почему я Spider-dropped something. А, там время еще. Might be useful. Взять все. А что это? Кроме ржавого, в игре также есть устройства, их можно применять в бою, с их помощью можно перехитрить врагов или временно сделать себя сильнее. Нажмите 1, 2, 3, 4, чтобы включить устройство, находящееся в соответствующей. Устройство обладает большой мощью, но расходует энергию. А, справа у меня энергия. Все, я понял. Все, я понятно, но что там непонятно, когда все понятно. Так, ок.
От удара электрическим цель теряет существование часть своего урона и сама получает урон в течение короткого промежутка времени. Враги, поражающие щиток, сами имеют к шоку. Понял? Открываем ба. А здесь ничего открываем бы нету, понял? Все, уходим. Да опять эти мерзкие твари, они меня бесят. Ну не, пауки-то ладно, короче, но вот... This thing from the spider fits into my rig. Let's see how they like this shot. А, типа вот так можно. Все. Новый уровень. О, тут еще и прокачка уровня есть, да ладно. Когда вы уничтожаете врагов, ваш костюм накапливается в фуме, и с фуме достаточно ваш костюм переходит на новый уровень, становится более мощным. Кроме того, при этом вы получаете очки, которые можно потратить. Ну я понял, короче. Это все, это что такое? Накопите фумии, активируйте, чтобы навсегда увеличить ваш запас фумии. Плюс 25 фумии. Не знаю, что такое плюс 25. Ой, ёптель, смотри. А, стой, подожди. А, да, могу. Дробящее оружие. На каждом уровне увеличивается урон, который вы наносите дробящим оружием. Режущее, пистолеты, винтовки. Оружие в обеих руках, оружейник. Оружейник? На каждом уровне увеличивается ваш общий уровень живучести. Блокировка. Цельность плюс 30. Магический катализатор. Конверсия синтеза, серво. Ёптик, тут смотри, как много всякого гамнища, да? Так, хорошо, подожди. Ну а что мы, я не знаю, оружейника может сделаем? Цельность плюс 30. Давай, да. Принимаю. Все. Больше я не могу. Так, хорошо, погнали. О, это все, это первая часть, типа, да, закончилась. Нормас, нормас, нормас. Понятия не имею, что это за монстр, который я нахожусь. Да, вы застрелите меня спокойно. Я подозреваю, что меня еще ждут сюрпризы. Странная синяя субстанция в накопителе. Похоже, заряжает и улучшает костюм. Но мне нужно больше данных. Тогда я, возможно, пойму, куда я, черт возьми, попал. Водокачка. В рот мне качку. Да блин, зажали. А, нет, не зажали. Ой, да ё-моё. А, тяжело. Ну хорош, убей уже. Это что такое? Блин, просто основной уровень энергии, а пока не надо, да? Я скучаю по Адаму, читаем. Мне так не хватает моего приятеля Адама, он такие штучки отгадал, закачаешься, а уволил его за порнуху, что ли? Ну, парнишка работает как вол, да, но он всегда такой серьезный, совершенно не умеет расслабиться. Да и молчит все время, черт побери. Винни Байч. Ну да, что там за порнушку увольнять? Ну что мы без греха, что ли, все, а? Так, ладно. Погнали. Это что-то новое. Ничего себе. Он. Ты чё, дядя? А ты почему на все клетки ты стреляешь? Ничего себе. Че он на все клетки стреляет? Это нечестно же. Алло, игра. Не. Че он там не дал? О, патрики. Слушай, может уже на туре постреляем? Ну, типа. Мы уже такие крутые, можем стрелять. Алло, я же на Q нажимаю. И. О, булава, меч какая-то. Стоп.
Скрытые кнопки. В игре есть скрытые кнопки и другие интерактивные элементы, которые могут открыть секретные зоны. Для взаимодействия с скрытой кнопкой, нажмите курсор мыши на кнопку и нажмите LKM, чтобы... А как я ее активирую? Непонятно. Типа водить постоянно по экрану, наверное. Я нашел потайной проход, идеальное место, чтобы спрятать мой драгоценный пробойник. Штатским категорически запрещено иметь оружие здесь, на станции. Никто не отберет оружие у Бреттона. Это оружие досталось мне от отца, отцу, от деда и так до самого прапрапрадеда. Мы, Бреттоны, можем сами за себя постоять. Плохо, что я погнул винт на той стене. Надеюсь, никто не заметит. Погнутый винт на стене. И, собственно говоря, мы должны его найти. И там будет... Да. Органическим врагам. Механическим врагам. Я органических врагов пока не встречал, а вот этих песосов встречал, да. Значит, погнутый в стене... Ага. Секретик, уля-ля. Пробойник, урон 25, подожди. А смотри-ка, ну-ка. Время атаки. Перезарядка быстрее, в принципе, и урон побольше. Нормас. Мне нравится, так. Это хорошо. Ну куда долбишься, стену, дурак, что ли? Так. Опа-па. Опа-па. Уходим. Ой, я не то хотел сделать. Нормас. Вот это вообще быстро разобрались. С псом войны. Ага. До свидули. До свидули, дули, дули. Да, погнутый винт. Опять ржавый ключ. Да, ржавого ключа нету пока. Ну ничего страшного. Так. Тихо. Ну, дружище, не надо так делать. За три удара, короче, с булавы, прикинь. Тихо, что он там хотел посмотреть? Я нажимаю на эту. Что-то происходит, да? That was kinda close. Было близко. А вот это что такое, я не понимаю. Зачем эта плита здесь? Я наступил. И что, что-то происходит или ничего не происходит? Блин, может тут еще какой-нибудь секретик будет, да? Может эта клетка поднимается, нет? Непонятно, короче. Ну ладно. А все равно у меня нет. Пойдем, я ее забываю, да, вот так сюда. Ключ. Оп. Чпок. Шикордятина. Тихо. Оп. Уходим. О, я этого завалил, смотри-ка. Эй, ну хорош! Зачем ты выстрелил-то? Алло. Ну, это нечестно, я целый патрон поправлю. Да, хорошо, окей, выводим отсюда. Закрываем бы, быстрей. Ну, закрой дверь. Не хочу туда. Может, есть способ повысить уровень воды? Чтобы типа... Ой, ёптель, а чё вы низко? Ну, хорош, игра. Нечестно. Не говорит, что... Это я куда попал? Это я куда-то обратно иду. То есть не обратно, а я здесь был. Ну, в смысле там. В смысле, ну ты понял, короче, да? Да блин. Тихо. Алло, хорош. Не надо. Не беси меня. А ну не беси. Я нажал на. Это что такое? Ты кто? Ты плохой или хороший? Ну, скорее всего. Оп! Ничего себе. А, через это говно я не прострелю. Я могу вот так сделать, смотри.
я понял. А сколько по нему долбить-то надо? Новый враг, турель пушка. А что-нибудь выпало с турель пушки? Тихо, кто это сделал? Собака. Блин, пропустил, да, нужно было по... Блин, ну да, я поспешил. Знаю. Но ничего страшного. В смысле, не то, что ничего страшного, но просто патроны, короче, с них попадали, это нормально. Это прекрасно. Ё-моё, чё набрал? Так, во-первых, кирпич набрали, это уже замечательно. Второе, мы, значит, дробовик охотника, урон 30. О, грубый молот. Ну, грубый молот это для тяжелых этих чуваков, которые за тяжелых. Время атаки 0.4. Ну, то есть она... понятно, короче. Так, ладно, кинжал, меч. Ржавый меч, кстати, 14 урон также. Да, давай-ка, знаешь, что? А, так там был-то он органическим, а не механическим. Это... То есть мы, короче, дробаш только... Это хорошо. Так, и восстановление энергии. И прослушаем аудиодневник. Such fond memories у меня такие светлые воспоминания years. О годах учебы. Бюро дало мне стипендию, и я с радостью вернул Дору, дав клятву 7 лет проработать на социопором. Мои мечты сбылись. Когда я прибыл на Капитолийский остров из своего аграрного края, меня просто потрясли лаборатории, мастерские разнообразные машины. Они были словно новогодние елки, украшенные не шарами и мушурой, а блестящими шестеренками. Я попал в рай. В наше время многие ворчат на бюро за то, что оно якобы затыкает рты людям, злоупотребляет властью. Но я считаю, что бюро все делает правильно. Технологии, порядок и наука – все это должно лежать в основе общества. Только благодаря Верховному бюро я оказался здесь, среди первого прохода. Это все, конечно, задротище, да. Больше ничего не было, понял? Да, ё-моё. Так, в принципе, нормас. Раз, нормас. Да не надо было бить, но я хотел узнать. Тихо. Если я Z набираю, у меня 25 урон. 20, а подожди, что у меня еще есть? 38 и 30. Наносит урон в небольшом секторе, полный урон на ближнем дистанции. Урон снижается с увеличением расстояния. При попадании может оглушить врага. Так, время атаки 0.4. Подожди, я же еще вот эту тему взял. Что это такое? Базовый усилитель сервомотора, что на ограниченное время повышает скорость в ближнем бою. Опа-на. А, ну мы здесь сюда пихаем этот. Я понял. Так, пойдем-ка в ту дверку сходим или нет? Или по этой пойдем? Сколько времени я уже на самом деле играю? Уже, наверное, пора заканчивать эту первую пробную серию, да, нашего с вами похождения в Апаруме. Да, я, наверное, на этом закончу на сегодня. Ну, сейчас мы дойдем. Мы, наверное, завалим этого, который... А почему я не могу открыть? Что-то. Да ты чё, прикалываешься? Зачем ты это сделал? Так, ну ладно, там стоит... я понял. Там стоит... Пойдем убьем, загасим этого. Обломался? Вообще по красоте, да? Прям вообще по красоте, мне очень понравилось, да. А тебе понравилось или не понравилось? Так, здесь у нас... I need a key. Фумиевый ключ. Хорошо. Тихо. Успокойся, что ты долбишься в стенку-то? Опа, сразу вот так вот? Ничего себе. Ты слышишь?
А новый уровень, ой, как хорошо. Слушай, ну да, наверное, на новом уровне мы с тобой закончим, да, одно очко схем. Ребят, спасибо всем, кто был. Подожди, а тут все? А, тут эта дверка, откуда я пришел, все правильно. Да, будем заканчивать на новом уровне и будем. Если вам понравилось видео, вы хотите, чтобы я и постримил эту игруху, пишите в комментах или куда-нибудь еще, и обязательно постримлю. Если хотите продолжение такого формата, то тоже пишите, и буду очень рад продолжить играть в таком формате. Соответственно, всем спасибо, всем счастливо, с вами был Шмыга, всем пока.